пустота слева, пустота справа, пустота спереди, пустота сзади, пустота сверху, пустота снизу, пустота внутри. Перед закрытием временного портала, куда медленно удалялся космический странник, командир Адам, не сдержавшись, выкрикнул: «Так откуда же мы пришли?» Пытаясь получить ответ, волнующий все человечество. «А куда девается дождь, после как падает на Землю?» Обернувшись в ответ, спросил космический странник. И командир Адам понял, что мы всегда были тут, только в другом состоянии. Портал закрылся.
Пустота слева, пустота справа, пустота спереди, пустота сзади, пустота сверху, пустота снизу, пустота внутри.